Уже несколько дней в Белеке не стихают дожди. Ливень то ослабевает, то усиливается, но зачастую льет как из ведра. В общем, в качестве туристов соваться на средиземноморское побережье Турции в конце февраля Урал ТВ вам не советует. Несмотря на раскинувшиеся на многие километры берега, пляжи и шикарные отели. Солнечного тепла можно и не дождаться, а волны, которые бушуют здесь в последнее время, сгодятся лишь отчаянным серфингистам. Впрочем, многочисленные футбольные клубы, которые слетаются в эти края из разных стран, чтобы провести сборы, причуды турецкой зимы не смущают. Гораздо важнее песка и пальм, шикарная инфраструктура, хорошие и недорогие отели и качественные травяные поля, которых в окрестностях Анталии хоть отбавляй. Поэтому и закипает здесь с наступлением зимы футбольная жизнь. Урал остался верен себе и, как и год назад, выбрал турецкий Белек местом проведения заключительных сборов. Поменялся разве что отель. На этот раз команда заселилась в большой гостиничный комплекс под названием Spice. Это не только комфортабельные номера и Средиземное море под боком. Прямо на территории отеля отличное футбольное поле. Именно здесь команда и оттачивает свое мастерство. Непромокаемые осенние куртки пока постоянные спутники футболистов, поскольку погода наших игроков за время сбора еще не баловала. Впрочем, на тренировочную программу команды постоянные дожди пока никак не повлияли. Запланированные тренерским штабом занятия выполняются в полном объеме, а газон хоть и становится от воды скользким, но нагрузки выдерживает и не теряет своего лоска. В понедельник, к примеру, команда благополучно тренировалась в двухразовом режиме, да и в другие дни больших претензий к полю у представителей команды не возникало. Все-таки в России порой приходится играть и в гораздо менее приспособленных для футбола условиях, да и наверняка придется это делать уже через 10 дней в Питере. Кстати, помимо тренировок, игроки проходят и усиленную теоретическую подготовку. Специальные занятия Александр Тарханов проводит чуть ли не ежедневно. Вместе с Уралом в Турции тренируются 25 футболистов. Для полного боекомплекта не хватает лишь Александра Данцева, который получил повреждение на предыдущем сборе. И это, безусловно, способствует головной боли тренерского штаба, кем заменить единственного левого защитника. В одном из товарищеских матчей этой зимы слева играл Владимир Хозин. А еще, как мы помним, эту позицию теоретически способен закрыть Чесам Балунгу. Возможно, некоторые вопросы относительно состава развеют контрольные матчи. Урал сыграет в Турции дважды. В среду с Тульским Арсеналом, в субботу с Торпедо.